вашей жизни что-то, что никогда никого не судили, что в жизни никто от нас не судил никого. Один судья есть, и это Всевышний, это Бог. Хас вешалом, что вы знали, когда человек судит кого-то, он судит сам себя. Ты не можешь знать, кто этот человек, только за это, что ты так его увидел. Ты не знаешь, кто он. Ты не знаешь, что он делает. Нельзя судить. Тоже, если ты что-то увидел, кто сказал, что это правильно, что ты увидел? Ты не знаешь, что реально там было или почему это стало. Нельзя судить. Что вы знали, это очень опасная вещь, судить кого-то. Если ты кого-то судишь, потому что ты сам такой. Если ты так думаешь на него, это потому что ты сам такой. Нельзя судить. Можно разговаривать на вещи, что они неправильные. На вещи, что неправильные пути, неправильная дорога. Наши, ты думаешь так, я думаю так. Но надо уважать один другого. Если я разговариваю на что-то, что неправильно, это не на него, это на его дорога. Если мы разговариваем на что-то, что неправильно, это не что он делает, это не на него. Это на его дорога. Евреи это вы не понимаете. Вы не понимаете, что это евреи для Бога. Мы все Бога дети. Надо уважать один другого. Кто он не был, уважать его. С уважения ты его принесешь близко, ближе. Но ты должен открыть твое сердце. Ты должен дать твое сердце. Ты должен понять, что это мицва. Я хочу вам рассказать что-то. Я это рассказал недавно на один от моих уроков за границей. Один раз был еврей, очень-очень-очень чистый еврей. Раввин, что все его знают, Раби Йехезкель Сарна. Раби Йехезкель Сарна, он был такой еврей, что когда построили Израиль, все знают, что когда построили Израиль, построили такие, что хотели тут не еврейская страна. Хотели, что законы в Израиль будут как на весь мир. Все, что можно в Израиль, нельзя в Тора. Все, что можно в Тора, нельзя в Израиль. Тут живут люди наоборот. Это все знают, это не секрет. Это не секрет. И Раби Йехезкель Сарна, он знал это. Он знал, что тут в Израиле есть евреи, живут евреи, но живут неправильно. И тут, кто построил Израиль, построил ее, чтобы жить, что жили, как все. И ему это было больно. Он хотел построить синагогу для Всевышнего. Он хотел построить для Бога дом. Он дал лекции в какое-то место. Он собрал люди там. И после, что он кончил лекции, он сказал мне, пожалуйста, я хочу построить для Всевышнего дом. Я хочу построить для Бога синагога. Вы можете мне помочь? Один вытащил 50 шекель, тот вытащил 100, тот 200, тот каждый дал от всего силы, что у него было. Раби Йехезкель Сарна вышел, и все для Бога, ничего не для него. Это был настоящий раввин. Нет у него, как хас вешалом, ни ревность, ни зависть, ни... Это все для Всевышнего, ему не касалось ничего. Ему касалось один вещь, как Бог думает на меня. Что правильно, что делает отдых для Всевышнего, нахат на Кадош Барух Ху. Он сказал, я не поднимаю руки. Я поеду в Америку. Там в Америке все богаты. Ну, было время, что Америка это была Америка. Там все были богаты. Нищие, бедные не были, как сегодня. Я сказал, там еще не сидел черный человек в белый дом. И Раби Йехезкель Сарна едет ככה, в Америке, в Нью-Йорке, и дает лекции. После лекции, что он дал, все подняли так брови, а как ему габот, сказали, какой раввин, а он еще был молодой. И он говорит, извините, я не пришел для деньги, обещаю, я пришел не потому, что я хочу хас вешалом что-то для себя, у меня все, Барух Ашем, моя жизнь это для Бога, я хочу отдать. Вы знаете, сейчас там построили страна на Бога земля, израильская страна. Но это Бога земля, святая земля. Я хочу построить там для Бога дом. Если кто-то хочет мне помочь, быть со мной партнером, пожалуйста, это хороший шанс. Я хочу позвать этот ешива, ешиват Хеврон.
постойте в Иерусалим. Все послушали, сказали, один вытащил 200, один 100, один тоже 50, один 10 долларов, да, да, да. Он вышел на улице, он считает, 375 долларов. В Израиле он посчитал, тоже были там мало деньги. Он сейчас пришел сюда, подумал, тут я буду собирать деньги. Он так, его лицо так стало. Он был без настроения, но знал, все от Всевышнего. Что вы знали, когда человек хочет сделать мицва, это всегда тяжело. Когда человек хочет сделать грех, это всегда легко. Когда человек хочет достать что-то чистое, это всегда тяжелая работа. Когда человек хочет достать что-то, что он грязный, это легко, очень легко. Так это всегда. Женщина, что она нечистая, легко ее достать. Быстро будет свадьба, все будет, течет. А халак, а богом. Но если она такая цадика большая, яцера вам помешает, ее достать будет очень тяжело. Добиться и принести ее будет тяжело. Почему? Потому что это правильная вещь, она чистая. Достать чистые вещи — это очень дорогая вещь. Что, что дороже? Что? Моё тероле? Мясо кошерное или мясо, что она не кошерная? Конечно, мясо кошерное дорогая, потому что она кошерная. Потому что она для тебя. И яцера все сделает, что она будет стоить на 4 раза больше. Все в жизни так. И Ехескель Сарна, Раби Ехескель Сарна, он знал этот секрет. Он знал, что это уже не секрет. А где есть хорошие вещи — тяжело. А где есть плохие вещи — легко. Что вы знали всегда это. Яцер ара — это его работа. Раби Ехескель Сарна вышел от синагога, и Габай пришел, сказал ему: Раби Ехескель. Он сказал ему: да. Раби Ехескель, я вижу твое лицо. Говорит: да. Твое лицо, я видно, что у тебя упало лицо. Что стало? Он сказал: слушай, я пришел от любви сюда, ларбить Тора, ну, я хотел собрать тут деньги, я думал, Америка, хотел собрать деньги для построить синагогу в Израиле. Он сказал ему: слушай, Раби Ехескель, я знаю, тут богатые очень евреи наши. Я тебя возьму туда. Но ты мне обещаешь один вещь. Что ты никогда не скажешь, что я тебе послал, Раби Ехескель. Я тебе возьму туда. Есть тут дворцы у евреев. Наши евреи держат весь мир в наши евреи руках. Я тебе туда возьму. Я тебе тут там поставлю там по дороге. И я уйду. Мила хата, что ты одна слова не вытащил. Эй, Раби Ехескель. Раби Ехескель сказал, что мы евреи, мы, у нас нету таких. Конечно, я не скажу. Возьми меня, я пойду, есть азудек душа, я хочу построить синагогу, это для меня возьми. Пускай скажет нет, пускай обидит, пускай все только возьми. Он его взял. Раби Ехескель, как они пришли? Этот Габай говорит: Раби Ехескель, ты видишь этот дворец? Тут живет Роберто. Тут живет наш еврей богатый Роберто. Его имя Роберто. А какое имя, а? Италия. Только не говори, что я тебе послал. И что ты знал, он не соблюдает Тора. Он далек от Тора. Он сказал ему: будет хорошо, Безрат Ашем, Бог с нами. Тяжело, тяжело. Но в конец Бог даст, что надо. Безрат Ашем. Надо добиться, надо работать тяжело, но без Аташа. Яаков Авину, что получит, Рахел не только 7 лет должен был работать, еще 7 лет. Почему? Потому что это Рахел, это не какой-то Рахели или какой-то Рахил. Это Рахел, это настоящий Рахел. Так что без Аташа я зайду, он сказал. Он зашел там от двор. Там ворот большой, и он там на кнопку нажимает так. И приходит один нигер, такой черный, большой. А, ככה, спатай, ככה. А, ככה. А, רבייל, זה ככה. Такие губы, он такой черный, большой. Yes, yes, yes. Что ты хочешь? Он ему говорит, что я хочу.
Я хочу хозяин увидеть. Ну, ты там что-то написали тебе на календарь, на что-то, на... Что, просто так ты приходишь, ты нажимаешь на кнопки, хочу хозяин. Что ты думаешь, что это, что это? Ты хочешь, как мавар хопши? Проходной, да что? Сюда приходят политики, певцы, туда, по, весь, весь Америка тут берут аучер. И ты хочешь, кто ты? Он говорит, я рабай от Израиля. Я очень хочу увидеть твой хозяин, твой босс. Почему, что вам надо? Он говорит, я хочу построить для Бога дом. Сейчас построили страна, в нашей земле, чистая земля. Там два храма были, там аште батей мигдаш, и третий будет тоже. И там страна, что там, не знаешь, я хочу построить там для Бога дом, что ему будет мало-мало тишину от нас, мало покоя от нас и от его детей. Это черный послушал так, ему стало так, в сердце так, знаешь как? Он сказал, подожди, я с ним поговорю. Он зашел к Роберто и говорит, Роберто, я знаю, что я гой, я не еврей. Я не должен соблюдать, я живу как ты, Роберто. Но на улице ждет один еврей, раввин. И нам, ну как, в мои понятия, я не такой, что... Но он выглядит очень чистый, очень святой, очень великий. А Роберто слушает, что его помощник, его там, раб, так, говорит такие вещи на евреи. Роберто говорит, если так, позови, скажи ему, что зайдет. Этот черный вышел на улицу, позвал раби Ехескель Сарна. Раби Ехескель вообще не был удивлен, но он знал, он понял, все, Всевышний, есть Бог в мире, есть босс. Зашел внутри, Роберто сидит, в зал там, в салон, ישב на его кресло, так и стал. Шалом, рабай. Раби Ехескель говорит ему, шалом, Роберто. Он говорит, как я могу вам помочь, рабай? Раби Ехескель Сарна смотрит на него и говорит ему, раби Роберто, раби Роберто, что ты знал? У меня есть одна мечта, одно желание, один сон. Я хочу построить для Бога синагогу в Израиле. 2000 лет мы не были в Израиле. Били, ну, сейчас мы можем там собрать еще. Я хочу построить для Всевышний дом, что там молились, учились, там соблюдали, там получили свет. Помоги мне. Как я могу вам помочь, он говорит. У меня нет денег, я пришел сюда, собрал почти там, $400 в Израиль, там 500 шекель. Для построить синагогу надо деньги, но это не для меня, обещаю. Мне надо немного, ну, я знаю, для вас это может быть, я не знаю, я не хочу к вашей карман зайти. Пожалуйста, помогите. Роберто смотрит, говорит ему, сколько надо? Он говорит ему, надо $20,000. Роберто смотрит и говорит, сейчас подожди. Это $20,000, мне это нужно срочно сейчас. Ну, я не хочу подарок. Роберто смотрит на него, что? Я знаю, что вы только подарки любите, вы только подарки. Раби Ехескель Сарна смотрит на него. Говорит ему, Роберто, мой родной, мой брат, мне надо $20,000, чтобы построить, но мне их надо на 20 лет, я не хочу от тебя подарок, не давай мне подарки, написано, соне матанот ихе, я ненавижу подарки, я не хочу от тебя подарок, я только хочу, чтобы ты мне дал помощь на 20 лет, я обещаю, Роберто, я тебе дам подпись, все, я тебе все на бумагу, все сделаем. Я каждый год, мой брат, я возьму самолет и принесу тебе $1,000. Каждый год тысячи, я каждый месяц буду собирать 80, 90, $100. Я их соберу в конверт, поставлю 1,000.
И каждый год возьму самолет в JFK, KGPP, я знаю, там их нет, а это в Нью-Йорке. Я приду сюда, я приду к тебе домой, я дам тебе $1000, я тебе дам благословение, и я уйду. Окей? Роберто говорит, но окей. Я не согласен. Раби Ехескель Сарна смотрит на него, ставит на него руки, и как хороший еврей, чистый еврей, что знает слушать нет, знает быть благодарен только для этого, что ты мне дал зайти сюда к тебе домой. Спасибо, что ты мне дал, что ты мои слова слушал, что ты принял как человек. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את רוברטו, אמן. ספסיבא דה סבידניה. פצ'טי נביש על הדבר רוברטו עם מוקריצ'ית, היי רבי, רבי יחזקאל. once more to the other, דה רבי רוברטו. Раби Ехескель, я еще не кончил мой ответ. Ты спросил у меня, ты согласен или нет, я тебе сказал нет. Но я тебе не сказал, почему нет. Раби Ехескель говорит, пожалуйста, почему нет? Я не хочу, что ты мне не должен ничего, абсолютно ничего. Он сказал, не, я тебе сказал нет, потому что я не хочу, что ты взял самолет каждый год. Взять самолет каждый год, это много деньги. Это не только тысячи, что ты должен вернуть, это еще тысячи. Это уже не 20 тысяч, 20 лет, это 40 тысяч. Ты от меня взял 20, почему ты должен вернуть 40? Да, это не ко мне, ну почему так тебе как? Возьми $20,000. Еще 20 лет приди ко мне. Дай мне их назад. Раби Ехескель Сарна был такой рад. Раби Ехескель Сарна говорит ему, мы шеверах рамотену, Авраам, Ицхак ויעקב. Зашел Роберто, вытащил ему $20,000, что для него были как семечки. И сказал ему Раби Ехескель Сарна, браха והצלחה, что вам было удачи. Раби Ехескель Сарна взял самолет, поехал в Израиль. Ай, пойдите сейчас в Иерушалайм. 700 евреи сидят и учатся Тора. ישיבת חברון החרדית בירושלים, ночью 300 евреи сидят и сопьют учатся Тора. Написано, что одна секунда, если кто-то в мире не будет учиться Тора, это конец мира. Так и так конец мира. Но это конец мира, мир не сможет. Надо, вы знаете, надо в каждой вещи материальный и духовный. Есть душа и тело. Есть справа и лево. Есть на низ, есть наверх. Каждая вещь это два сторона. Тора это жизнь для мира. Без Тора нету мир, нету жизнь. Нету мир. Бог создал этот мир, только что наши, мы евреи, его дети, соблюдали, читали, учились наша Тора, его Тора, что он дал нам от всех, выбрал нас от всех. Убану бахар, велану натана Тора Тора. Нам он дал Тора. Самый чистый вещь, самый высокий вещь, самый умный вещь. Только Бог может написать такая Тора. До сегодняшнего дня не знают, как каждая буква это 3000 секреты. Каждый месяц проходит. Раби Ехескель собирает. Год собирал, год, еще год собирает, еще год собрал. Еще год. 20 лет прошли, Роберто, я к тебе, ой, Раби Ехескель был рад, я еду к Роберто, отдать ему 20 тысяч. Есть мицва, лифруа хов, есть мицва, что надо вернуть долг, это мицва, я сейчас хочу закрыть наш долг, это мицва מהתורה, пираон хов. Роберто, я к тебе прихожу, он был рад. Сам с собой разговаривает. Ну, он был благодарный. Еврей, что он не благодарный, от не еврей. Один раз тебе сделали доброта, один раз с тобой дали тебе что-то пить.
ты должен ему вся твоя жизнь. Все, все в мире ты должен ему. Так написано в Торе. Один раз кто-то тебе дал, тебя покормил. Ты должен ему своя жизнь. Твой жизнь это уже его. Так написано. Сегодня это наоборот, а? Рабби Ифтах, а коли ему фух? Тысячи раз он тебе дал, один раз он сказал, у меня нету, все, все, за один раз. А в Торе написано, тысячи раз он сказал тебе нет. Ну, один раз он сказал тебе, да, ты ему должен все в мире. Это благодарность ты. Акарата то. Человек, что неблагодарный, Бог его молитвы не слушает. И Роберто вообще... Рабби Хескель, Роберто, он кричит, Роберто, они ба, я прохожу, Роберто, жди, жди меня. Но мы сказали, он был благодарный, он хотел пойти в тот синагога, что оттуда его послали к Роберто. Да, там лекция от любви, от души, бесплатно. Он пришел в Нью-Йорк и зашел в синагоги, дал там сильные лекции и сказал им спасибо за этот, для этого места мне всем благодарен. Что это место поднялось и поднялось. И уже все его знали, что он Рабби Хескель Сарна, Рош Ешиват Хеврон в Иерушалаим. Все знают, это он. А Рабби Хескель, какой ешива не построил. Он сказал, это не я, это все Роберто. Это не я. Это Всевышний, это вы мне послали, Габай. Все это Роберто. Что? Габай на него смотрит, говорит ему, что? Роберто? Какой Роберто? Он сказал, что с вами, вы не помните? Вы мне взяли туда, к этот Роберто, в дворец, там. Что? Роберто? Этот Роберто, ви-ви-ви-ви. Он говорит, да, этот Роберто, он мне дал 20 тысяч. Роберто? Он говорит, да, что стало? Что, вы не слушали? Что стало? Роберто, что вы не слушали? Что стало с Роберто? Говорит ему, нет. Что стало? Разве что? Мое сердце сейчас. Рабби Хескель, у него сердце болело. Он сказал, что с вами нету 20 тысяч, что мне дал 20 лет тому назад. Я пришел дать ему их назад. Что? И вы не слушали? Он говорит, что, ну скажите уже, что он умер? Что он умер? Нет, он не умер. Он не умер, ой, Барух Ашем, спасибо Богу, что он не умер, что стало? Что стало? Роберто потерял все его деньги, он банкрот стал! Банкрот стал! Ай-вай-вай-вай-вай-вай. Рабби Хескель Сарна начал плакать. Он говорит, Габай, а где он сейчас находится? Вы знаете, где он? Он говорит, да, я знаю, где он, мы знаем, где он. Конечно, знаем, а где он, Рабай. А где? Он говорит, тут есть Боропарк. Тут есть какой-то парк у нас. В Боропарк есть парк большой. И там есть какое-то место там, внутри там, я не знаю, а где там я. Я. И там он лежит. Что лежит? Как лежит? Да, он живет на улице, в какой-то кресло, да, он там лежит, спит, я. Что ты говоришь? Ма ты омер? Да, мы каждую неделю берем ему кушать, там даем, ставим ему, ну, но он там очень, очень бедный, очень нищий, очень, очень стесняется взять, он говорит, лучше умирать, чем так жить. Извините, Рабби Хескель, ну, я думаю, что, Барух Ашем, 20 тысяч долларов ему помог, это помощь. ברוך השם, что вы есть такие честные, такие ровные, такие, ברוך השם, это чудо для него будет. Покажи мне, он ему говорит, а где этот парк? Покажи мне, я сейчас хочу туда пойти. Он говорит, я вас возьму, ну, не говорите опять, что это я вам сказал или что-то. Он его взял, Рабби Хескель заходит в парк, смотрит там черный, мексиканный, там... Испании, кто он? И он не находит. Полчаса, 40 минут, час он поднимает это там, поднимает еще эту рубашку от кого-то там, поднимает какой-то, и там он смотрит еще смотрит. Он пришел к одному месту, что там была
там какая-то тряпка была набрана. Он смотрит, говорит, Роберто. Он говорит, но, Роберто не тут. А где Роберто? Начал кричать, Роберто! 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 Пожалуйста, ответ, это я, Раби Йехезкел, Роберто! Я пришел тебе дать мой долг, Роберто! Роберто! Он кричит, Роберто, ответ! Кто-то пришел, сказал ему, извини, кто вы? Он сказал, я, Йехезкел, я еще один человек, его имя Роберто! Он говорит, он выглядит так и так и так и так. Да, это он! Я его видел 2 часа. В мусорный ящик он там ищет что-то кушать. Ой, побегал. Раби Йехезкел побегал в мусорный ящик. Как он пришел в мусорный ящик? Он смотрит, что Роберто там уснул внутри мусорный ящик и начал плакать и кричит, Роберто! Роберто! Роберто открывает глаза и говорит, что с тобой, что ты сумасшедший, что ты кричишь? Что с тобой, что ты кричишь? Он говорит, Роберто, это я! Он на него смотрит, Раби Йехезкел. Он говорит, да, это я! Ой, Раби Йехезкел! И начали обняться, поцеловать, обнимать. Ох, там 3-4 минут, Раби Йехезкел дрожит, обнимает его. Роберто дрожит, обнимает. Он говорит, извини, что ты так на меня сейчас, что я в такое положение, извини. Раби Йехезкел говорит, что с вами, давай, идем. Он говорит, не, это все нормально. Вышел от мусорный ящик. Сидит Роберто и Раби Йехезкел. Раби Йехезкел ему говорит, Роберто, как ты дошел до такой ситуации? Он говорит ему, Раби Йехезкел, наверх сидит Всевышний и смотрит каждую секунду на нас. Каждый наш шаг Бог считает, Бог пишет. Раби Йехезкел, вы видели, где я жил? Вы видели мою жизнь, как я их жил? Я жил без Тора. Я жил без соблюдать ничего. Я не верил, мой Бог был деньги. Я вас уважал, но для меня была важна один вещь. Деньги, кайфовать, гулять. Это что я сделал, Раби Йехезкел? 50 лет я ударил Бога. 50 лет я Богу избил каждый день. 50 лет я нарушал, Раби Йехезкел. Мой папа, мой дедушка были датишники, были религиозные, но я думал, что я умнее, чем они. Что ты думаешь, Бог, что он фраер? А? Бог, что Бог не знает, что правильный, Раби Йехезкел, что я должен вас учить доверенности, уверенность в Боге? А? Бог со мной сделал что-то правильный, что-то. Раби Йехезкел не поверил. Человек, что был на румо шерлам, на высоко, сами высоко, что есть. И так упал на сами низ, что можно. Такие слова сейчас говорит. Роберто был в шоке. Самый сильный урок Тора, что есть в мире. Роберто дает к Раби Йехезкел. Роберто его учит доверенность и уверенность в Боге. Раби Йехезкел ему говорит, да, ну, как, что уже? Он сказал ему, Раби Йехезкел. 50 лет я был с гойки. 50 лет я гулял с женщиной, что нельзя. 50 лет я... Что я не сделал? Какой казино я не был? Какая игра я не играл? Сека, тиши, дурака, дурачок, шмура, все я играл. 11, 12, 16. Какая игра? Какой казино я не был? С какие женщины я не был? И да, я кушал все, что есть в мире. Нельзя, можно, все я кушал. Гулять все я гулял. Не был такой, я все сделал. Не был вещь, что я просивал в жизни, что я пропустил. Не было вещь, что не фисфастил. Я не пропустил. Раби Йехезкел, слушай. Я все в жизни увидел. Раби Йехезкел, смотри на меня. Если ты будешь разделить мои грехи,
и поставишь их на тысячи евреев другие, на тысячи мужчин. Раздели мои грехи и дай им тысячи евреев. Каждый еврей для него это будет вау, много. Так подумай, что я один, что я сделал в жизни. А где я сегодня, это еще подарок. Что вы от меня хотите? Почему вы пришли? Я пришел сделать мицва, Роберто. Ты мне дал 20 тысяч. Я построил ешиву, что весь мир на нее слушает. Весь мир туда едет. Весь мир там учит. Весь мир там учится. Это только за тебя. Это твои деньги, твои рука. Да, я слушал, Раби Хески. Я слушал, что так и есть. Я очень рад для вас. Но мне непонятно, почему ты пришел до суды? Почему ты пришел ко мне? Я свое добро сделал. Да, но я тебе сказал, что я их беру на 20 лет. Я тебе их дам назад на 20, после 20 лет, и я пришел. А? Мое слово это слово Тора, мила за мила. Мужчина должен иметь слово. Я имею мое, я сказал, так должно быть. Вытащил от карман 20 тысяч. Роберто, это твой или мой? Я пришел тебе дать их назад. Иди, открой какой-то магазин маленький. Начинай начало. Что-то сделай. А? На это твой или мой? Роберто показал ему спина. Сказал ему, рабай, что ты пришел мне сделать так обидно, я не понимаю. Ты прошел меня, ты пришел сюда мне обижать, почему ты это делаешь? Раби Ехескель не понял, что с вами, Роберто, я пришел тебе дать назад твои деньги, это не мои, это твои. Рабай, вы мне сейчас больно делаете, что я вам сделал? Я же вам сейчас рассказал моя история. Что я вас должен научить, что в конец все умирают? Мне уже сейчас, я уже не молодой. Я уже тут немало лет, мне уже скоро будет 60 лет, я уже не маленький ребенок, я не молодой, рабай. Ну окей, что, я пришел только тебе на деньги, он ему говорит, на твои деньги, это твои, не мои. Ай, рабай. Почему ты мне это делаешь? А что я сделал? Рабай, же ты знаешь же, что в конец все умирают. Молодые, старые, маленькие, большие, богатые, нищие, бедные, высокие, низкие, толстые, худые. Все умирают. Это вы учите. Вы учили нас. Да, правильно. Так, вы знаете, я вам рассказал моя история. Опять рассказать вам, какие грехи я сделал, что вам нравится слушать? Я не понимаю. Не, хас ве шалом, хас ве шалом. Я же поднимусь наверх один день, нет, еще день, два, год, 10, я поднимусь. Да. У меня такие много грехи. Написано, что человек поднимается сам в суд. Никто ему не поможет, ни дядя, ни тетя, ни брат, ни братуха, ни братухчик, ни батуэн, ни... Кто будет со мной, а, мои друзья? Друзья нету. Друзья, когда есть деньги, они с тобой рядом. Когда нету деньги, они убегают. Роберто, Роберто, что с вами? Почему вы так? Возьмите. Он говорит, дай мне кончать до конца. Я хочу тебе сказать один вещь. Я же умру, рабай. Я умру. У меня одна мицва нету. Все грехи только у меня есть, только грехи. Я хочу одна мицва, что мне было раба. Одна мицва у меня есть, что я построил синагогу в Израиле. Ты хочешь от меня ее взять? Раба, одна мицва у меня есть в суд. Когда я приду к Богу, один вещь есть у меня, что может быть этот вещь мне будет спасать. И вы хотите от меня этот мицва взять? Раба, Раби Ехескель на него смотрит. Говорит ему, Роберто, ай, Роберто, говорит ему, рабай, возьми эти деньги назад, мне их не надо. Я хочу, что этот мицва осталась
Мне не надо такая мицва большая для 20 тысяч. Что это для меня? У меня были времена, что 20 тысяч это было только для меня. Это было как... Это ничего. Пожалуйста, возьмите назад. Оставьте меня в покое. Миша Бераха Ботену, Авраам Ицхак Веакуи, Варехет Роберто Бен Хава, начал плакать и благословение ему дал. Поехал в Израиль, рабай. Собрал все ученики, все бизнесмены, все, кто держали это место. 1250 там стояли. И Раби Ехескель Сарна стоит и держит микрофон и говорит им: евреи, мои братья, мои сестры, ребята, дорогие, сегодня урок не будет. Сегодня наш урок, он одна минута. И наш урок, он такой. Если один день вы будете гулять в Боро-парк в Нью-Йорке, и вы зайдете в какой-то парк, и там лежит человек, что у него порваны рубашки, порваны руки, и у него лицо черное, и он бедный, и у него нет что кушать, что вы не думали, что он простой еврей. Я вам пропущу, что вы не думали, что он никто, что вы не думали, что он ничего, что вы не думали, что он только такой, что хас ве шалом вы не думали. Потому что этот еврей с рубашка порванная, этот еврей, что не имеет ничего, этот бедный еврей, этот еврей, что только за него вы сидите тут и учите Тору. Только за него! Только за него! Вы тут учите Тору. Ай, Раби Ехескель Сарна им хотел показать, ребята, кто еврей не был, вы не знаете, какие мицвот он делал. Вы можете на него посмотреть, вы можете его жалеть, вы можете подумать, вы можете его судить до завтра, но вы не знаете, какие мицвот он имеет, вы не знаете, какие большие вещи он сделал в жизни. И Раби Ехескель Сарна не остался должен и был благодарен. Поехал в Америку, взял Роберто оттуда, покормил его, взял его в гостиницу, дал ему там купаться, одел на него новые вещи, взял ему билет, привез его в Израиль, поставил его в синагоге. И Роберто вернулся в бетшува. Этот мицва, что он сделал 20 лет тому назад, этот мицва конец, в конец, привезла его к Богу назад. И Роберто сидел и учился Тора, что он уже не молодой. Он уже все видел. Но Барух Ашем, его мицва дала ему шанс начинать жизнь от начала. И Роберто вернулся бетшува и стал еврей. И исправил все его ошибки. Потому что мы родились для этого. Мы родились, что исправить наши ошибки. И это что Бог ищет, что мы вернулись бетшува и исправили наши ошибки.